Сегодня утром из Нижневартовска в Ростовскую область отправилась очередная машина с гуманитарным грузом. В ней окопные свечи, медикаменты, продукты. Все это собрали и смастерили прихожане городского храма, члены общественных организаций и неравнодушные горожане. Автомобиль, который перевозит посылки, тоже останется в зоне спецоперации. Это подарок бойцам от мецената, пожелавшего остаться неизвестным. «Газель» планирует передать медицинской службе. Для удобства машину переделают. Часть кресел в салоне снимут, освободив место для носилок. В Тюмени гуманитарный поезд пополнится еще одним транспортным средством – автомобилем «КРАС». И оттуда на платформе груз отправится в место назначения. Добавлю, в Югре открыты несколько десятков точек сбора помощи военнослужащим. Они работают ежедневно. Кроме того, передать посылки можно напрямую волонтерам. Люди, которые уже осознали о том, что если не помогать сейчас, потом самим никто не поможет. Потому что если мы, не дай бог, проиграем, здесь не будет никакого ни бизнеса, никаких увеселительных заведений, ничего не будет. Те люди, которые осознали это, они помогают стабильно, помогают всегда.